Ed's still up to his old ways, is he? Even the demons don't know what to do with him, hmm? God, my sides ache. Back in my younger years, I had the strength of an ox. The miners would always ask me to clear out the bear bugs, which I pummeled with my bare hands. But even I couldn't beat them. So, I lobbed them into the lava pits. I'm pretty strong myself. But even I don't compare to Ed. He's a beast, I tell you. The man must eat dragon tails and wrestle stones. If you heed my advice, you'll avoid crossing him. I reckon he'd prove a lot more trouble than most demons. Deep inside Stonefang Mine is an ancient dragon burial ground. The bones of the dragons exude ore. Ну и Болдун нам рассказывает про Эда и про то, что он тоже из каменного клыка, но это, в принципе, было и так понятно. Судя по его кашлю, годы, проведенные в этих шахтах, дают о себе знать. Давайте еще поговорим с Томасом, возможно, он что-нибудь новенькое расскажет. Hello again. I'm keeping a close watch on your belongings, don't you worry. Saints, sages and all manner of wise men watch over the halls of this nexus. This rejuvenating sanctum is a fine place for the slayers of demons to rest their weary bones. I too must contribute how I can, for we are indebted to our honorable defenders. You have a heart of gold. Don't let them take it. Да, Томас, а тебя толку здесь не так уж и много. По сути, ты костыль Demon's Souls, от которого в преиздании могли спокойно избавиться, но оставили тебя как дань уважения к этой игре. Ну что ж, пора пойти опять избавиться от физической оболочки. What? You again? The pious lot and the magicians in the Nexus despise one another. Did you notice? They never sit in sight of each other. The fools. What good comes of childish rivalries? We are all prisoners here. Да, действительно, все обитатели Нексуса находятся по разным углам. И как будто бы не хотят видеть друг друга. My grandfather had unusual tastes. He often visited Stonefang Mine, where he collected rocks of all shapes and sizes. Most of them had no value, but among them, he found a miracle stone shard, which he gave to me. Could this too be a sign from God? Не хочешь ли ты поделиться со мной этим обломком? На самом деле, этот обломок можно получить у нее, если прокачать свой навык веры до 20. Но я не буду этого делать. Она даст самый лучший камень для улучшения оружия по божественному пути. Так, у нас есть 23 тысячи душ, и, возможно, пришла пора обучиться чуду возвращения. Полезное чудо, которое стоит рано или поздно купить, особенно если вы планируете фармить. И давайте сразу же его поставим. И у нас пока что 3000 душ. Можно закупиться на остатки травой. Лоскутик с нами. Nice stuff, eh? И давайте еще раз глянем на этот разрушенный обелиск. Можно видеть, этот камень состоит из как будто каких-то кристаллов.
вот его обломки, раскиданные повсюду. Почему бы не вынуть парочку этих камней и не использовать их для возвращения? Подобные камни как раз и продает лоскутик по 5000 душ за штуку. Итак, давайте уже закончим с тоннелем каменного клыка. Подземный храм, в котором был заточен огненный Саглядатай. Но как только мы появились, он сразу же выбрался из своего заточения. И вот здесь находится то ли какой-то саркофаг, то ли алтарь. Вот с такими интересными символами. И что эти символы могут означать? Как можно видеть, даже на колоннах выбиты подобные символы. И да, последняя локация в каждом мире – это, по сути, одна большая локация с архидемоном. Здесь ящерка. Которую бы желательно убить, но да, одна проблема. Нам мешает дракон, который убивает нас с первого удара. И это, наверное, самый дурной босс в Demon's Souls. Это пазл-босс наподобие ложи хаоса. Так, попробуем спрятаться за колонной. То, как этот мир стал иметь самую чистую белую тенденцию, мы можем добраться до вот этого меча, который называется Драконобой. Можно сразу же его прочитать. Он очень тяжелый и требует 30 силы. Тупой обломок железа, сокрушающий врагов. Говорят, что предки шахтеров каменного клыка выковали его, чтобы защититься от драконов. Особое заклинание оберегает его владельца от огня. Вечный предмет насмешек кузнецов, который даже не считает его за меч. Ну и действительно, его назвать мечом очень сложно. Итак, дракон. И главное, не попадаться этому дракону на глаза. Как я уже говорил, это такой пазл-босс. И нужно следить за тем, куда он смотрит. Как только он отворачивается, мы пытаемся прорваться. Ну, лучше здесь не торопиться. В принципе, можно обезопасить это мероприятие, если атаковать эти завалы магии. Либо стоять рядом с завалом и провоцировать дракона на удар, чтобы он своим кулаком их ломал.
Но это, как мне кажется, более опасно. Оу, я не до конца разрушил. Как же он меня бесит вот этими ваншотами. Окей, пробуем еще раз. Будем на этот раз действовать более осторожно. Все, завал сломался. Отворачивайся. Как можно видеть, у него целых 8 аж глаз. Не помню, можно ли эти завалы ломать из мика. Когда я первый раз проходил, я вообще даже не знал, что их можно ломать даже магией. Бежим! Фух. Иногда можно и не успеть. У нас первая баллиста, которую как специально сюда поставили, чтобы заарканить этого огромного дракона. Остается вопрос, почему он раньше этого не мог сделать? Босс очень глупый, и при этом его постоянно вставляют в различные трейлеры, как будто он является каким-то полноценным боссом, таким как Каламит. Но по сути, боссом его можно назвать с огромной натяжкой. Вау! Да, что-то заметил. Но каким-то чудом я не сгорел, да. Для пущей уверенности можно сделать водную завесу. И... снимаем очередную преграду. Магия. Попробуем по-честному. Кажется, как будто у меня голова горит. Да не пугай ты меня так. Иногда он поднимает голову вверх от боли. В этот момент и атаковать преграду. Только не рогай на меня огнем. Проблема в том, что там дальше, по-моему, еще один завал. Да, где мое, кстати, ароматное кольцо, которое постоянно останавливает ману? Можно, конечно, подождать, постоять, пока у меня хватит маны на водную завесу. Либо попробовать побежать так.
быстрее! Ух! Мне кажется, у меня уже там пятая точка начинает подгорать. Ну вот, в принципе, и весь босс. Но у него еще осталось немножко жизни. Здесь, кстати, ящерка была, да, которую я благополучно пропустил. Здесь еще лежит один приятный предмет. Это кольцо мастера. Кольцо из соломенного жгута, увеличивающее урон эффективных атак и ослабляющее прочие виды ударов. Это созданное необычным образом кольцо из далекой страны, кузнецы которой славятся уникальной техникой ковки оружия. Что, пойдем добьем несчастного драконьего бога. И здесь есть один небольшой секрет. Если вы хотите получить трофей, то нужно убить этого дракона при помощи божьих гланей. Даже если не хватает характеристик, их все равно можно надеть. Так, стоп. Туда дел. Но будьте осторожны. Его дыхание все еще смертоносно, и будет фиаско. Умереть в данный момент. Да, урон, конечно, никакой. Ну, можно, по идее, сначала ему снять жизнь. Обычным оружием, пока у него не останется совсем мало. В общем, ребят, не переборщите. У меня просто уже этот трофей открыт. Ну, в общем, последний удар ему нужно нанести этими перчатками, чтобы получить трофей. Не помню, как он уже называется. Итак, мы получили душу архидемона. И густой бесцветный туман расступается перед нами. На самом деле, этот густой бесцветный туман есть в локации 1-2, в которую мы еще не ходили. Ну, туда, по сути, было бесполезно идти, потому что нужно сначала убить архидемона. В каком-нибудь одном из других четырех миров. Самое простое, это, наверное, убить архидемона именно во втором мире. Хотя, в принципе, и в других мирах там, архидемоны не очень сложные. Сложнее до них добраться. Итак, святилище драконьего бога. Обелиск демона, известного как драконий бог. Подземное святилище – это и место поклонения, и тюрьма для драконьего бога. Предки шахтеров, потрясенные видом исполинских драконьих костей, ухаживали за святилищем с поистине религиозным рвением. Предки-копатели обнаружили здесь под землей огромные кости. Построили здесь храм и поклонялись им. Но похоже, что впоследствии при помощи огромной силы демонической души эти останки каким-то образом ожили. И появился вот здесь вот этот драконий бог. Очень горячая локация.
принципе, со вторым миром мы закончили. Почти закончили. Здесь осталось у нас еще парочка незавершенных дел. Но чтобы не бегать, мы можем воспользоваться возвращением. I can forge weapons for you for a fair price. Deep inside Stonefang mine is an ancient dragon. Bones of the dragons exude ore. Кости драконов истощают руду. Именно поэтому во второй локации этой руды больше всего. Так, давайте починим наше оружие. You come back alive. У нас еще есть 26 тысяч душ, мы можем прокачаться. Но давайте пока не будем торопиться. И после убийства первого архидемона, увековеченный с нами немножко поделится лором. Have you received assistance from the Candle Maiden? She is a prisoner of the Nexus. It is her duty to lull the Old One back to its slumber. That is why she helps those who hunt demons. And that is why she has become a demon herself. A soul is the essence with which living things comprehend the world around them. When one loses the soul, one loses the mind. And a land barren of souls is absorbed by fog. And banished to the infinite darkness. The Old One is a bottomless pit of nothingness, with an insatiable appetite for the souls collected by its faithful demons. The Old One's very nature cannot be fathomed by the living. То есть, судя по всему, после того, как старейший соберет все души, мир погрузится во тьму. Еще немножко рассказал про Деву в черном, то, что она узник Некса, но об этом мы и так знали, и то, что она здесь создана для того, что, ну, то есть она здесь нужна лишь для того, чтобы этого старейшего вновь усыпить. Но увековечен нам так и не рассказывает, что же она такого совершила, что стала демоном и узником Нексуса. Но сама Дева в черном ничего не хочет рассказывать о своем прошлом. Так, давайте уже уберем эти длани. Душ пока тратить не будем. Сходим опять во второй мир, чтобы закончить еще два дельца. Сначала сходим к кузнецу Эду. Давно мы его не навещали. Что самое неприятное, Demon's Souls, это то, что вот эти разбросанные торговцы, например, грязный мужчина, продают определенные предметы только в определенных местах. То есть драконий камни он продает только в локации 2.2. Даже если вы дошли до локации 2.2, то он все равно в локации 2.1 не будет продавать драконий камни. Вот это вот реально очень сильно бесит. Могли бы это поправить каким-то образом. Так, могучий старина Эд. What be your need? У меня есть для тебя подарок. Blacksmith, then show me your steel. If not, then head straight for the door. Где ты тут дверь-то нашел? Demon souls. They're like powerful spirits. Some can even bless weapons. But doing so requires a powerful flame, invigorated by a demon soul of scorching heat. I told you that I'm busy. Each ore has a grade. Mighty weapons can only be blessed by ores of high grade. The highest grade of all is a pure ore. It shines in utter brilliance. A spirit force that delights the eyes.
Нужно еще раз поговорить с Эдом, чтобы отдать ему обжигающую душу демона. Yes, that's the one. A searing demon soul. With it I can forge new breeds of weapon. Bring me your most powerful souls. A wise choice. You've done well to put your trust in the great blacksmith, Ed. Bring me a demon soul, and I shall use it to bless your weapon. The highest grade of all is a... Так, и теперь он может делать оружие из душ демонов, а также наделять оружие различными эффектами. У нас уже есть длинный меч, который закалили по пути огня, и теперь мы можем его улучшить до плюс 2. До плюс 3. И до плюс 4 нам не хватает обычных осколков. Их нужно еще 3 штуки. Есть два варианта. Либо идти к грязному мужчине в локации 2-2, либо фармить их жуков в локации 2-2. Окей, Эд, мы к тебе еще вернемся. У нас есть еще одно дельце. И теперь нам нужен город-тоннель. При самой чистой тенденции во втором мире происходит два события. Первое событие — это взять драконобой. И если бы тенденция мира была не самая светлая, то тогда бы перед мечом драконобой был бы завал. И его не представлялось бы возможным взять. И второе событие при самой светлой тенденции — это то, что здесь появляется новый персонаж. Скирвер. Hey, guards. You nearly frightened me to death, creeping up on me like that. My name is Skirver. I seek treasures of the unknown. I'm impressed you've come this far. Were you guided by a sixth sense? Or just plain lucky? Either way, you're quite something. Shall we put your luck or skill to the test? Have you heard of the temple below? It is a work of art, molded by the ancient burrowers to appease the bones of dragons. As a precaution, a broad sword which can crush the bones of drakes is stored in the temple. Truth told, it's the laughing stock of many a swordsmith. They say it's as blunt as a bludgeon. A dull blade meant to slay a dragon. Curious, is it not? I would search for it myself, but I'm afraid I'd fare poorly against the demons. If you happen to come upon the sword, please let me have a look at it. This place is incredible, eh? The bones of dragons exuding awe. A dream come true. Hey, lads, you found it. Let me have a look. Да, я уже нашел этот меч. Oh, wonderful. The arts of swordsmanship applied in a perfectly useless manner. Look at that. Oh, don't mind me, thank you. It was a pleasure. Please take this as a small show of thanks. Take care of this one, will you? She's a stunner. И он нам дает чистый серый камень. Take care of this one, will you? She's a stunner. И больше этот меч нам, в принципе, больше нигде не пригодится. И если к Скирверу прийти при самой темной тенденции, то он будет враждебным. И его при этом будет очень проблемно убить. Ну что ж, давайте сходим к грязному мужчине и купим эти несчастные 3 камня, которых мне не хватает для апгрейда моего меча. Как ты так быстро перемещаешься из одного места в другое? Либо он обладает искусством телепортации, либо у него есть брат-близнец.
И вот как раз он продает осколки. Максимум я могу их купить 9 штук. Но по сути нам нужно было 3. Один я уже нашел. Наверное, я куплю 2. До 5 уровня. Я не помню, сколько нужно до 5 уровня, но, возможно, мне их все равно не хватит, поэтому, в принципе, мне будет достаточно и 4 уровня. Да, вот этим вот и несовершенен Demon Souls, то, что здесь все торговцы и кузнецы раскиданы по всему миру. Ну, кстати, да, зря я не купил 6 осколков, мне бы как раз хватило, чтобы повысить свой меч до 5 уровня. Ну да ладно, не будем слишком наглеть, нам и длинного меча плюс 4 хватит за глаза. Надоело мне уже бегать туда-сюда. Давайте уже двигаться дальше. Возможно, позже, когда у меня будет свободное время, я сбегаю. Да и тратить все свои души на эти камни нет никакого желания. Лучше потратим их на повышение уровня. Но, правда, нам хватает всего лишь на 3 уровня. Повысим магию. И нам еще нужно где-то примерно 1500 душ. И следующим нашим направлением будет третий обелиск. Обелиск королевы башни. Башня Латрии. Очень атмосферная локация. Тюрьма надежды. Латрия – край, где стоит белая башня королевы. Злопамятный старик погубил королеву и заключил в темницу латрийскую знать. Теперь стены башни оглашаются лишь воплями узников, терзаемых чудовищными стражами. Пока что мы ничего не знаем ни про королеву Латри, ни про какого-либо злопамятного старика, который ее погубил. Ну, возможно, в этой локации нам удастся хоть что-нибудь прояснить.